Ебать. Привет, друзья! В общем, новогодние праздники закончились, и все, включая меня, вышли из них с плюсом лишних килограмм. В общем, мой вес сейчас 84 килограмма, мне нужно сбросить 5, то есть чтобы было где-то 79-80, в идеале, конечно, 78, но это будет уже немножко тяжеловато. Сейчас попробуем высчитать, ну вернее, я уже высчитал, сейчас попробую рассказать, сколько по времени займет у меня сжечь эти 5 килограмм жира, ну так, чисто математически. 1 килограмм жира — это у нас 7700 калорий, соответственно, нужно создать некий дефицит, чтобы сжечь вот эти 7700 калорий. Получаю я калории из пищи где-то около 2400 в сутки. Поэтому моя задача должна быть такая, чтобы сжечь больше, чем эта цифра. В идеале, конечно, чтобы 3000 калорий каждый день я сжигал. То есть это достаточно по 2 часа гулять, плюс там можно еще тренироваться, то есть отлично будет. Создастся дефицит 600 калорий в сутки. Если каждый день сжигать по 600 калорий, вот как минимум, можно, конечно, и больше. Имеется в виду сжигать дополнительных 600, то есть создавать дефицит на эти 600 калорий, то 1 килограмм жира у нас сожжется где-то за 13 дней, это грубо, возможно, даже чуть меньше, за 12. Путем нехитрых вычислений 5 килограмм жира можно сжечь за 65 дней, ну, грубо говоря, за 2 месяца, плюс-минус. То есть 65 – это как бы с запасом даже. То есть за 2 месяца 5 килограмм жира можно сжечь, ну, в принципе, комфортно. То есть у нас это будет, не будет стресс для организма, и мы будем комфортно сбрасывать вес. Для этого что я буду делать? Для этого у меня есть две задачи. Первая задача – это полностью отказаться от сладкого и при этом питаться 3 раза в день, примерно в одно и то же время. Когда будет хотеться сладкого, я вместо сладкого буду есть арахисовую пасту. Она восполнит, вернее, добавит жиров и уберет потребность в этом, в неком сахаре. Дальше у меня будет 3 раза в неделю силовые тренировки и, по возможности, 3 раза в неделю будет кардио. Но так как сейчас очень холодно, бегать некомфортно и на велосипеде особо не покатаешься, поэтому будут просто пешие прогулки. Желательно дистанции будут побольше, чтобы это по времени было от часа и там до 2-3. В принципе, 1,5 часа хватает, но лучше все-таки побольше. При этом всем чай без сахара, кофе по возможности тоже, но кофе без сахара я пить не могу, поэтому, в принципе, от кофе откажусь. Вот такая вот задача. Посмотрим, что у нас получится, и по возможности даже буду подснимать свои тренировки, прогулки и все остальное. А это вот так вот результат новогодних праздников. Короче, вроде здоровый, но жирный. Поэтому
будем работать над рельефом и снижением процента подкожного жира. Поэтому посмотрим, что будет. Посчитать посчитал. А 2 месяца – вот такой срок. То есть в идеале где-то у нас где-то в 20-х числах марта экзамен. Поэтому посмотрим.